Всем доброе утро. И я разболелась. Вообще, мне сегодня лучше. У меня хотя бы голос есть, чтобы разговаривать. Предыдущие 3 дня я думала, вообще помру. Потому что голоса не было, ухо болело, что пипец. Сейчас ухо... Ну, до этого оно не слышало, сейчас оно хоть чуть-чуть слышит. Горло, голос вернулся, но при этом я кашляю, как мразь. Я только встала. И это самый мой любимый хвостик, который я ношу с самого детства. Ну, никто меня от учебы не отменял, ну хоть я и не хожу, но мне нужно писать конспекты и вот эти все лекции, я просто, я умираю постоянно каждый раз. У меня рука просто отваливается. И да, по утрам я пью цикорий вместо кофе, мне он нравится больше, он вкуснее, ну и нету от него особо никаких побочек, я не стрессую, все хорошо. Да, это вот эти две мои лекции, это история, это у меня МДК. То есть вот это я писала. Ну, это короткое было. Вот это по истории. Вот. И самое большое это вот МДК. МДК, это вторая уже про МДК. Потому что вот это вот все, это только одна лекция. Это ж пипец. Поэтому сегодня мне нужно будет дописать лекции и позаниматься всякой ерундой. Ну, я до сих пор пытаюсь верить в то, что меня может смотреть кто-то, кроме там моих друзей, с этого всего. Ой, как ты захрипела. Мне бесит, у меня комната — это пылесборщик просто. Я протираю пыль с компьютера раз в 2-3 дня. Это писос. Я очень сильно расчихалась и раскашлялась, что вообще сейчас сижу, у меня так болит горло, я не представляю. Считаю то, что завтра я должна уже со всем этим состоянием идти в этот... Формирую мысль, давай, в поликлинику брать уже справку о том, что я типа здорова. Но просто прикол, я лучше возьму это в пятницу, там плюс-минус пятницу, субботу я полежу дома, а потом в воскресенье выйду, что-то там что-то прозвеюсь. А потом в понедельник уже спокойно, без всяких вот нервотрепок, поеду на учебу, и меня не будут лишний раз по мозгам бить. Я считаю, это хороший план. Но для этого мне нужно хотя бы показаться, что я не особо такая прям болеющая. И вообще, надо бы пожрать. По истории, по англу. Кстати говоря, я... читаю «Сияние», вот, то есть я уже на 115-й странице, на главе «Большая экскурсия», у меня такая классная закладочка, у меня тут Нацу, кто смотрел аниме «Хвост феи», тот поймет, мне это тоже одногруппница отдала, пипец, я писала с кипятком, когда увидела. Вот, «Сияние» мне уже нравится, причем мне нравится, что именно «Сияние» не дает тебе передохнуть. И мне это нравится, именно потому что постоянно запрягаешь, и ты не устаешь ни от диалогов, ни от рассуждений, ни от чего, и вообще это огонь. Мне это вообще... Таких книг очень редко встретишь, которые вот, ну, вот такие
И вот сияние это прям вот топчик. Алло, можно заказать Доктор Сон сразу? Не знаю, я сейчас ее дочитаю, потом я думаю, что перейду опять на какую-нибудь классику. После классики уже начну добивать свою бессонницу, она у меня там стоит, не буду я ее доставать. Вот, надеюсь, вам этот монолог ничем не помешал. Я люблю поговорить, считаю то, что мне говорить особо не с кем, да еще и больно. Вот, но ради вас стараюсь. Зайка моя слепая, ничего не видит. И моя, такая моя прелесть. Вот. А ты не завидуй. Вот они, мои монстры. Корзиночные. Только у этого теперь мания не в корзинку ложится, а возле нее. Потому что здесь есть щелька, откуда дует теплым воздухом от батареи. Короче, сейчас вообще непредвиденная ситуация случилась. У меня телефон, оказывается, случайно оказался в луже с водой. Я не знаю, где эта лужа образовалась, но она есть. Короче, у меня накрылся динамик. Причем я его сейчас отмокла, звук более-менее приятный стал, то есть не шипит так сильно. День начинает приобретать совершенно другой смысл, ну ладно. Завтрак почти готов. То, что мне не нравится мой характер, это за то, что я сначала перенервничаю, а потом уже начинаю что-то делать. Я, короче, более-менее почистила этот звук, ну, динамик. В него совершенно чуть-чуть попало воды, вот, но я испугалась, пипец. Конечно же, не хватает. Ну, нет, он шипит. Он шипит, вот как будто на старый микрофон что-то говорит. Ну, это уже вопрос другой. Так как у меня есть отдельное видео, посвященное... Ладно, все, не хочу. Мне уже не нравится этот день. Я забыла сделать вторую кружку цикории. Поднимаем себе настроение. Кружки размножаются путем почкования. Я тебя вижу. Что ты за мной пошел, а, зайчик мой? Ну иди сюда. Вот так и живем. Где? Что? Где? Я думаю, сейчас, пока что у меня очень много времени есть, считая то, что мои одногруппники пока что учатся и не присылают мне пока что конспекты, я предлагаю почитать. Вот, считай то, что у меня Стивен Кинг все ждет. Я думаю, 2 часика почитаю, потом уже как-то что-то буду делать. Ой, у меня потух экран. Такие вот дела, дальше посмотрим. Что ты, моя маленькая? Что ты такое? Чему мышек? Чему будет? Мышек. Я наконец-то дочитала, ну, в смысле, не полностью, но теперь я не скажу, что я на половине, но я ближе к половинке уже, на 211 странице. Вот, да, у меня опять сел голос. Я ненавижу болеть. У меня пердит собака за заднем фоне. Сейчас уже без 22 часа дня. Погода распогодилась очень красиво на улице. Офигеть, как светло. Поэтому, скорее всего, у вас очень сильно слепится. В общем, досчитано, ну,
свой план по поводу прочтения я выполнила. У меня случился немножечко дневной сон. Я немножко помятая, так что извините меня, пожалуйста. Вот, я не знаю, на самом деле, что еще можно сделать. Конспекты мне до сих пор не прислали. Вот, книжку я почитала. Я думаю, все-таки поиграть. Я могу поиграть в Skyrim. Да. Я сейчас, по-моему, в Рифтоне. Вот он, Рифтон. У меня тут с модами. У меня тут есть своя ферма. Вот. Сейчас вам покажу. Вот, сама я взяла себе нацию каджит, точнее расу. Нацию, блин. Вот. Вот такая я красивая женщина. Да. Выполняю все тут очень потихоньку, очень помаленьку, потому что, ну, очень мало я тут соображаю. Вот. Такая вот красотища. Короче, поняла, в чем был прикол, потому что у меня начал тупить комп. Ну, то есть он вообще, он типа Steam, что такое, не слышал. Мне скинули конспекты, наконец-то. Но их мало? Аллилуйя. Хорошо, что их мало.
эта камера немножко офигела от того, что я так долго нудно снимаю то, как я пишу, и вот это вот все черчу. Пробралась, я все написала за сегодня. Ну, я говорю, сегодня по парам что-то как-то очень тухленько было. В предыдущие дни как-то у меня рука больше отваливалась, чем сейчас. Смотрю вот блоги разных людей, и тоже вот, типа, студенческие будни, вот это вот все, это очень сильно меня вдохновляет, и я это все очень люблю. Вот, сейчас думаю посмотреть, почитать статьи, что-нибудь поузнавать нового о фотографии, о видеосъемке, про вот эту вот всему прекрасно. Коробочку-то свою заполнить надо, вот. Плюс в следующем году я надеюсь, что у меня получится задуманное мое, которое я уже давно у себя в голове держу, но в следующем году планирую это все вот выдавать из себя. Поэтому сейчас максимально делаю все для этого возможное и надеюсь, у меня получится. Там где-то ворона каркает. Ужинаю. Просто не голодная. Думаю, сейчас поищу все-таки статьи. Посмотрю, что кого. Такой вот нудный влог. Что есть, то есть. У меня, кстати, очень красивые обои на телефоне. Надеюсь, вы это видите, и вам не отсвечивает. Очень извиняюсь, я знаю, что очень многие, кто подписан на мой инстаграм, знают, что я смотрю Энтони Илая. Не дай боже ему посмотреть этот влог. Мне будет стыдно. Я очень люблю его новое видео про сумерки. И мне очень нравится этот момент. Я очень хочу, чтобы вы его просто увидели. Иначе участвовали. Не смотрите на меня. Я сейчас позвоню твоему отцу, Эдвард. Алло, доктор Каллен? Здрасте. Как у вас дела? Все хорошо? Ну да, да. Че, звоню? Да, ничего, просто поболтать. Как жена, как дети. Хорошо, да. Ладно. До свидания. Вышла я на улицу, мне нужны срочно капли, нет, хорошо на улице, не так холодно, но мне надо закрываться, чтобы меня опять не продуло. У меня разболелась голова под вечер, не знаю, с чем это связано, просто разболелась и все. По темным этим как-то ходить не очень прикольно. Ну что ж, я уже давным-давно дома. Я успела покушать, но у меня села камера, как обычно, она села, и я решила поиграть в Skyrim, и я поиграла в него, у меня все получилось горем пополам. Вот сейчас я выключаю компьютер и пойду ложиться спать. А вам я желаю либо спокойной ночи, либо хорошего дня. Вот. Спасибо, что были со мной. Всем пока.